Фух, ну все, я поднялся с пляжа Баунти. Вон там я был вдали. Вон там. Попался на Баунти. Минут 10 меня занял подъем. Этот подъем не такой крутой, а безопаснее, чем тот, в принципе. Там вообще была жесть, мне парень помог спуститься. Прикольно, конечно, кто недалеко живет от Севастополя, да, но спускаться не каждый так сможет. Не каждый. Поэтому коса Берялос намного проще в этом плане, конечно же, чем Баунти. Фух. Красиво, конечно. Ничего не скажешь. Все снимают, всем все нравится. Вон плавают на досках этих надувных людей.